Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в практику для глубокого расслабления вашего тела. И пока вы готовитесь к практике, несколько слов о ней. Эта медитация является универсальной, то есть подходит практически всем, в том числе и беременным женщинам, поскольку в ней отсутствует визуализация. Это важно понимать, поскольку каждый человек индивидуально воспринимает тот или иной образ, и для кого-то этот образ является очень ресурсным и успокаивает. Для другого же человека тот же самый образ может быть нересурсным. Данная практика содержит в себе в чистом виде метод нейромышечной релаксации, где вы просто поочередно расслабляете части тела определенным образом. Также в конце вас ждут приятные звуки колокольчика «Нада». По-другому он называется «Музыка ветра», в котором звуки подобраны в идеальной гармонии. Это поможет вам еще больше расслабиться и погрузиться. После чего вы сможете лечь спать или просто немного полежать в тишине и далее продолжить заниматься своими делами. Итак, давайте начинать. Позаботьтесь о том, чтобы вас ничто не потревожило, поскольку в ближайшее время вы решили позволить себе глубоко отдохнуть. И чем глубже будет ваш отдых, тем более глубокие процессы оздоровления произойдут в вашем организме. И когда вы готовы, займите удобное положение лежа на спине. Теперь, когда вы удобно лежите на спине, позвольте своему телу немного подвигаться и занять еще более удобное положение. Пусть тело интуитивно найдет такое положение, в котором будут лежать максимально удобно и шея, и голова, и спина, и поясница, и руки, и ноги. Хорошо. А теперь позвольте себе мягко закрыть глаза и расслабить мышцы лица. Хорошо. А теперь посмотрите внутренним зрением на свое дыхание. Отметьте, какое у вас сейчас дыхание. Глубокое или поверхностное? Быстрое или медленное? Ничего с этим не делайте, просто наблюдайте внутренним зрением за своим дыханием. Хорошо. А теперь следует основная часть практики. С этого момента я буду называть твои части тела по очереди, чтобы помочь им расслабиться все глубже и глубже. Хорошо. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя правая нога тяжелая. Твоя правая нога очень тяжелая. Твоя правая нога теплая и тяжелая. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя левая нога тяжелая. Твоя левая нога очень тяжелая.
твоя левая нога теплая и тяжелая. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя поясница тяжелая. Твоя поясница очень тяжелая. Твоя поясница теплая и тяжелая. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя правая рука тяжелая. Твоя правая рука очень тяжелая. Твоя правая рука теплая и тяжелая. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя левая рука тяжелая. Твоя левая рука очень тяжелая. Твоя левая рука теплая и тяжелая. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твое правое плечо тяжелое. Твое правое плечо очень тяжелое. Твое правое плечо теплое и тяжелое. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твое левое плечо тяжелое. Твое левое плечо очень тяжелое. Твое левое плечо теплое и тяжелое. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя спина тяжелая. Твоя спина очень тяжелая. Твоя спина теплая и тяжелая.
твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Твоя голова тяжелая. Твоя голова очень тяжелая. Твоя голова теплая и тяжелая. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Все твое тело тяжелое. Все твое тело очень тяжелое. Все твое тело теплое и тяжелое. Твое дыхание ровное и спокойное. Твое сердце бьется ровно и спокойно. Все хорошо.